Здравствуйте, мы сегодня будем вязать носок. Для этого нам нужна шерстяная пряжа, 5 спиц. И начнем мы с того, что наберем петли. Как мы будем набирать петли? Короткий конец нитки помещается на большой палец, то есть свешивается с большого пальца, а длинный конец с указательного. И потом вот этими пальцами, остальными пальцами руки, мы придерживаем эту нитку, держим ее в натянутом состоянии. Сначала нам нужно отмотать ниточку немножко и тогда набирать. Набирать будем следующим образом, то есть их можно набирать разным способом, но этот один из наиболее распространенных. Сзади начинаем, продеваем спицы. Петельку около большого пальца, захватываем нитку и в петельку. У нас получается первая двойная такая петля. Все остальные петли будут одинарные. Эта двойная петля нам пригодится, когда мы будем соединять 4 спицы в круг. И теперь мы набираем 48 петель. Это была первая, вторая. И 48 петля. 48 петель на двух спицах. Почему на двух набирается? Потому что когда мы вынем одну спицу, наши петли будут достаточно туго сидеть на спице и при этом достаточно слабо для того, чтобы их начать провязывать. Как мы будем вязать и создавать круговое вязание, да, на 5 спицах. Значит, сначала мы перевяжем 12 петель на вот эту свободную спицу. Первую петлю мы снимем и потом провяжем 2 лицевые петли, будем резинку вязать 2 на 2, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. 2 лицевые, 2 изнаночные. Значит, сейчас у нас первая не считается, она снята. Мы ей будем соединять, ее будем соединять с последней, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть у нас закончилось на 2 изнаночных петлях. Мы эти петли ставим на середину спицы. Отпускаем эту спицу и начинаем вязать. Здесь было 2 изнаночные, значит сейчас 2 лицевые петли на следующую спицу, на вторую. И также 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночные. Итак, на второй спице у нас тоже 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тоже на середину. И вводим в работу еще одну спицу. И тоже так же вяжем 2 лицевые. То есть у нас каждая спица теперь очень удобно начинается с 2 лицевых петель. То есть мы, когда будем вязать по кругу, никак не перепутаем. Каждая спица начинается с 2 лицевых. Так, 2 изнаночные. Это у нас третья спица. На ней тоже теперь 12 петель. И вот у нас осталось на четвертую спицу. Тут 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да. Теперь у нас осталась вот эта последняя спица. На нее мы тоже перевяжем 12 петель. Так, 2 лицевые, 2 изнаночные. Так. Значит, для того, чтобы нам соединить в колечко эти спицы, мы возьмем вот эту последнюю петельку, которую нам надо провязать изнаночной, и первую, которая была снята. И провяжем мы их вместе изнаночной петлей. И начнем теперь вязать по кругу
по схеме 2 лицевые, 2 изнаночные, то есть там, где мы видим вот такие две косички, это лицевые петли, там, где вот такие перекладинки, это изнаночные петли. И что мы видим, то и вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные. И таким образом вот мы провязываем одну спицу, а другая освобождается, когда она провязана. Вот она освободилась, и мы берем уже ею, провязываем спицу, ту, которую слева. И так по кругу вяжем. И нам надо провязать как минимум 9 сантиметров для того, чтобы резинка у носка была не слишком короткая. Но у нас будет немножечко укороченная резиночка. Можно вязать длинную. Это будет больше такой носок, чтобы он согревал. Можно в нем, допустим, кто-то любит ночью спать в шерстяных носках, тогда коротенькие носочки удобные. И вот таким вот образом резинкой 2 на 2, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, мы вяжем по кругу. Теперь мы продолжаем вязание. Как нам понять, где нам начать вязать? Значит, мы смотрим, располагаем вязаную часть таким образом, чтобы все, что связано, смотрело на нас. Да? Та спица, на которой нитка, располагаем ее вот так вот справа. Та спица, которая будет слева, это та спица, которую нам нужно вязать. Мы вяжем против часовой стрелки. Значит, теперь мы вяжем вот эту вот спицу. Берем освободившуюся спицу и вяжем 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И так у нас чередуется. На каждой спице, напоминаю, у нас 12 петель. Значит, 6 пар. 3 пары лицевых, 3 пары изнаночных. Они все время чередуются. Каждая спица, когда у нас 12 петель, каждая спица начинается с пары лицевых петель и заканчивается, соответственно, парой изнаночных. Значит, и таким образом мы вяжем. Таким образом мы вяжем 9 сантиметров, чтобы вот это вот расстояние стало таким длинным. Потому что мы решили, что наша резинка сразу же плавно перейдет в пятку. Сейчас я провяжу это расстояние и покажу, как вязать пятку.